Друзья, вся Россия шокирована от этой ужасной трагедии. Нам стало известно о том, что этой ночью в Подмосковье произошло дерзкое нападение на дом известного российского артиста Юрия Куклачева. На данный момент артист находится избитым в коме в 12-й городской больнице города Москвы. В результате нападения из дому пропало около 12 миллионов рублей, которые находились у артиста в сейфе. На тот момент артист находился у себя в загородном доме сам, без родственников. Как это все произошло, пока никто не знает, и кто совершил данное преступление, неизвестно. На месте происшествия работают сотрудники полиции и оперативная группа. Подробности этой трагедии появятся уже завтра рано утром на нашем канале, поэтому прошу вас следить за нашими новостями и всячески поддерживать наш канал, друзья. Ведь все, что мы делаем только для вас. Берегите себя, родных и близких.